ГТРК «Татарстан» и «Русфонд» продолжают совместный проект помощи тяжело больным детям. На минувшей неделе вы помогли 15-летней Карине. Сегодня история 4-летней Ани Шайхутдиновой. У девочки ДЦП и требуются средства реабилитации. Давай я тебе почитаю стишок про кисок. Лечение парафином Аня только начала проходить. Нагретый до нужной температуры, он улучшает кровообращение, что для маленьких ножек девочки просто необходимо. Аня родилась раньше срока, резко перестала дышать, после чего и начались проблемы со здоровьем. Девочка не держала голову, не умела переворачиваться. Ближе к 9 месяцам я уже сама поняла, что надо что-то делать. А вот мы потом нашли массажиста очень хорошего. После первого массажа она у нас сразу стала переворачиваться, головку держать более-менее хорошо. Массаж и ФК быстро дали ощутимые результаты. Аня начала ползать, а потом с поддержкой стоять. Проблема только ноги. Разговаривать она тоже, плохо еще разговаривает. Ну, вот мы делали логомассаж, у нее прорыв тоже здесь был очень замечательный. То есть она все равно говорить будет, интеллект у нас сохранен. Зимой на улицу они не выходят, ходить тяжело, любит рисовать и смотреть мультики. Что ты любишь? Играться, да. Врачи хотели сделать Ане операцию, но, увидев хорошие результаты, изменили решение. Сейчас девочке нужны беговая дорожка, специальный тренажер для укрепления мышц спины и ортопедический велосипед. Эти тренажеры помогут ей быстрее научиться ходить, укрепить мышцы ног, также научиться безопасно перемещаться. Сейчас девочке требуются средства реабилитации для дальнейшего лечения. Они обойдутся в 360 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Помочь можем мы с вами, как помогли уже тысячам детей, отправив СМС со словом «дети» на номер 5542. И, возможно, вскоре Аня встанет на ноги. Стоимость сообщения 75 рублей. Как нести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Ралина Абрамова, Вести, Татарстан.